себя продает. Ну и впоследствии мне попалась книжка, она называется «Мой спонсор». Ее можно приобрести. Надюша, помоги, пожалуйста. Достань оттуда. А вот она, вон там, в шкафу, ниже. Ага. Значит, ты там в справочнике, наверное, лежал. «Мой спонсор», она тоненькая, она стоит 29 рублей. Вы запишите сейчас ее название. Ее можно купить в Oriflame, как делая заказ. Код у нее 92703. Она стоит 29 рублей, я уже сказала, да? Значит, здесь я прочитала, я, кстати, знакома с автором этой книги, мы с ней даже переписываемся по скайпу. Она, это бриллиантовый директор компании Oriflame Наталья Гладченко. Вот представьте, она много-много лет назад написала, это уже второе издание, переиздаваемое, да? Значит, она живет на Украине, и вот на сегодняшний момент мы с ней лично даже знакомы. Значит, и вот я в этой книжке нашла такую табличку, где написано было, значит, вот такая таблица. Я на тот момент работала заместителем директора, я вообще 10 лет в школе отработала, а потом я работала заместителем директора детско-юношеского туристического клуба. Значит, организатор массовых мероприятий в городе, который организовывал турклуб. То есть вершина, вот это вот все наши были подразделения. Значит, и мы там отдых детей организовывали в выходные дни. И вот у меня была зарплата по 14 разряду тарифной сетки. Это 14 разряд, вот кто педагоги здесь есть, знает, что следующий 15 это уже зарплата директоров идет. 2300 я получала. 2300. Это был 2001 год. Значит, а здесь я в последней строчке увидела зарплату 18 тысяч рублей. Представляете разницу, да? 2300 и 18 тысяч рублей. А так как я педагог, я начала читать в обратном направлении, да? То есть, а что же тут такое надо делать, чтобы вот эти 18 тысяч заработать? И вы знаете, вот благодаря этой книге я заработала гораздо больше. У меня не было наставников, мне не повезло. То есть меня просто пригласил консультант и благополучно потом вышел из компании. Сейчас он даже вообще не является на сегодняшний момент консультантом. Поэтому у вас есть уникальная вообще возможность. Вы имеете своего наставника, спонсора в лице моем ли, да, в лице ли Надежды, в лице ли еще кого-то, да, кто вас пригласил в Oriflame. Поэтому у вас есть шанс эксплуатировать нас по полной программе. Да? То есть я только книги могла читать. Мне никто не помогал. И директора мои были далеко. Я иногда им изредка звонила. Но потом, когда они перестали отвечать уже на мои вопросы, мне было сложно. И сейчас я сама уже являюсь наставником. Очень большим.